Всем привет, с вами я, Гамбл Лодосон. Добро пожаловать в игру Роблокс. А вдобавок со мной Кузя 098. Всем привет. Короче, выписывай комментарий. Я тут... мы, конечно же, играли в эту игру, только мы проходили только в... оригинальные. Главы. Простые главы. Теперь у нас будет... Хэллоуин. Да, Хэллоуин. Поэтому сейчас я запущу... Старт Пати. И сейчас он найдет меня. Так. Вот все, я тебя. Куда? Я к тебе хочу. Тебе. О, все, успел. Итак, поехали. Надеюсь, мы там недолго будем мучиться. Там я, короче, я там немного там поиграл. Вот скребок я поймал потом, когда на мосту ушел. А потом... Так там сложно? Там еще там... лабиринты. Там лабиринты те. Только не они. О! От первого лица. Тут фонарик был. Где мой фонарь? Я на F нажми, чтобы включить фонарь. Тут а на G это твой инвентарь. Личный. О, фонарик управлен. Там у меня еще на единичку какая-то карта непонятная, наверное. На джей, чтобы это. И... Еще и асфальт должен получиться, ну ладно. О! Это кто? О, это шати, это Леди Гага. Леди Гага. И какие-то пацаны. Это Дэм. Шреддер. Трики. Трики Шреддер. Цепи какие-то. Ну? Ничего себе! Вот это, да. Мимик. Так, где? Вот. Побежали. Стамин не бесконечно, сразу говорю вам. Она от Челтовски немного устает. Она юла будила буда, юла будила буда. Так. Ничего такого страшного, вот именно. Это всего лишь обычная игра. Хорошо. Привет. Господи, да, привет, клясотка. Хорошо. Так. Я забыл про этот скример. А я нет, потому что я его не знал даже. Кто это такое? Не знаю, что это, ну ладно. Я знаю, где найти бабочку. А тут бабочки нужны собирать. Тут этой двери, да. А, ну вот да, она белая. На плаву идем. А думал, это обычная дверь, это надо бабочки собирать. Вон бабочка. Баба-бой, иди сюда. Нафиг кончился. Баба-бой, привет. Ну, я собрал или нет? А я могу... Да, на G, там на G. Эквип, все, бабочка. Ага. О, у меня три бабочки, по-моему, есть. Да, у меня три бабочки есть. Да, что ты застрял? А шо? Ну, беги, Димон. Там где? Я уже иду к двери. А, тебя вижу. Я фонарь там возьму. Все спокойно. О, какие громкие шумы. Откроет дверь. О! Уходи, дверь закрой. И не возвращайся. И не возвращайся. Лабиринт. Минотавр? А тут Леди Гага, что ли, за нами гонялась? Надеюсь, что нет. Леди Гага. Ну а кто? Вот. Пока что это похоже на уровень с Леди Гагой. Мы там бабочек каких-то собирали. А, это какие-то статуи. Это надо, знаешь, что? Найти эти статуи и активировать. Вот прямо я хотел пойти, только там баба и Гага. Леди Гага. Побежали. Где ты? Какие-то... Это рука, смотри. Чё? Руки какие, посмотри.
Это же тот самый. Стул? Это стул? Это стул, я вижу. А это Ли Гага. Я видел ее. Это какой-то этот самый, я не знаю, как тебя даже назвать. Забыл, как его зовут. Ой, что-то мне не нравится. Ой, что-то мне не нравится. Он идет к нам. Ты кто, дядя? Гага, это ты? Это какое-то... Это что за существо такое китайское? Где он? Где ты? Покемон? На... Не знаю. Пошли, друг, давай сюда пойдем. Куда? Что это за... Что это за ручки? Не знаю. Где же ваши лучки? Поднимаем фигучки. А, мы вернулись. Ладно. Тогда мы сейчас пойдем. Не нарьется. Чтоб от этой... убежать. А интересно, был баба-бу этот? Здравствуйте, дед. Это же дед какой-то. Ты кто, дед? Дед. Ты дед? Короче, без... занимайся мендином, я понял. Это тот самый с Звездных войн. До свидания! Уводи деда. Да зачем ты его сюда-то ведешь? Я хотел тут штучку посмотреть. Дед, здорово. Я не хочу стрелять. Мак! Так беги от него. У меня стрелять ничего... закончилось. Пока что ничего сложного. Он пошел нас обойти. Ну, пускай обходит какую-то. Пока только деда. О! Тихо. Так где эти фигурки, а? Панки-попы. Кинг-Конг. Дед. Идет. Дед уходит. Понятно, где еще пойти фигурки искать? И где они вообще, может, они? И да, ребят, если вы хотите, чтобы мы поехали в странную игру, то где там надо ехать к бабушке. Да. Пожалуйста, напишите в комментариях. Дед, он нас обошел. Дед обошел нас. Беги. Дед идет. Я видел. Дед, а тебе надо? Он с тобой пошел. Я знаю, пускай за мной ходит. Где? Куда дед? Дед меня ищет. Здорово, здорово, здорово. СЦПшка. Здорово. У него так много рук, что он их решил сам повесить. Блин, он не... Мне вообще интересно, мы пройдем сегодня эту игру? Я не знаю. Мне кажется, мы не помним. Я Майкл Джексон, мать его, дед. Это Лололо. Твою мать. Я... Ладно, лови меня, я готов. Можно снять с него маску. Я забыл. А, с него маску можно снять? Ну, я видел, что-то можно активировать. Сейчас мы деда найдем. Дед, ты где? Дедок. Он орёт. Да... О! Дед, он меня поймал. Я пытался, ну не знаю, с него, по-моему, нельзя маску снять. Я, наверное, нажимал, он просто такой бежит, такой... И бежит на меня. Вот все, что я понял. Ну, я хочу... Я пошел прямо, я увидел, наверное, белый свет тут. Белые двери. Ну ты иди, а я пойду за дедом. Белые двери, темные двери. Интересно, а да, мы, типа, вот должны... они. Мы типа с него должны сначала маску снять? Дед, иди ко мне. Сзади ты похож на какого-то чела с ушами. Дед, да, вот постой, я хочу с тобой. Да, вот этот белый свет. Эту бабочку опять найти. Где? Где я тебе найду тупую фигадочку? А он, дед. Ага. Их да кто... с него нельзя маску снять. Это их сколько? Провокация. Их трое или четверо? Их двое. Тут что, есть уже дед, что ли? Это дед ты баба. Так. Дед, ты тупой? Ой, да, дед! Ты... Это тупик. Это... Не, поворот. Поворот, надо, короче... поворот. Это мой поворот.
Заводи их в один зал, пускай они друг друга. Еще один дед. Вот еще один. Их много, что ли? Они. Иди в главный коридор, если можешь. Я, блядь, могу тупую бабочку найти. Так. Скорее всего, у одного деда можно маску снять. Ой, клоны какие-то. Еще надо оглядываться. Тихо, дед, успокойся. Еще один дед. Они меня начинают окружать уже. Я хочу всех дедов собрать в главном зале. Надо с них маску вопрос снять. Куда ты пошел, дед, от меня? Иди за мной. Так. А, я тебя вижу. Они телепортируются, что ли? Алло, они, по-моему, телепортируются. По-моему, да. Их трое, я видел. Значит, их трое нормально еще. Надо попробовать у кого-то, скорее всего, маска снимается, там бабочка. Вижу деда. Дед, иди ко мне. Ой, один дед за мной пошел. Так, это вот деда. Он меня убил и потом сожрал. Но одного деда можно маску, наверное, снять. Слушай. Ищи всех дедов и снимай с них маску. Так. Так уж тяжело, честно. Ой, не так уж легко. Че я не могу бегать? Где-то еще маску надо. И скорее всего в них где-то там бабушка. По-моему, это будет очень длинное видео на сегодня. Ну, конечно, наверное, 10 миллиард часов будет. Ну, если не остановить запись. О. Вот дед пошел направо. Блин, как лагает. Кстати, мне эти звуки что-то напоминают, знаешь что? Алло, еще эти Тинки-Винки того. Да, это я понял, это дед Тинки-Винки, он постарел и стал вот таким. А вон дед, Расчистки переел. Иди сюда, дед, иди ко мне. Дедушка. А может, так, дед. Мне нужно теорию все проверить. Увидел за секунду. Давай сюда, дед. А может их столько, сколько и статуй? Может их надо к статуям подводить? О, пошел меня как красава. Давай. Куда? Чё ты боишься этих статуй? Дед, не позорь сам себя, ты посмотри на них. А, он меня поймал. Дед за мной. Скорее всего, из этих всех дедов у них есть, короче, это самое. Веди их всех к центру. О, привет. Центр. Я видел его. Чтобы мы всех видели и сняли с них маски. Я не знаю. Я вообще, может их столько, сколько и статуи. Ну их трое и может даже больше. 4. Надо снять! Я что-то активировал, но это не помогло снять. Да ни хрена не помогает. Ну так я говорю, тут есть лже-дедушка, а есть. Обычный дедушка. Тут, скорее всего, есть три лже-дедушки и один нормальный дедушка. Или два. Дед, ты нормальный? Ты какой? Веди их все к центру. Нет, он меня поймал. Не успел, я хотел с него маску снять. Надо их попробовать всех перевести к этому самому. Статуйка, ран, что ты? Я кстати, кое-что вот подумал. А ну сейчас, погоди. Только мне надо говно убрать, все отлично. Если хочу кое-что сделать, только мне надо деда найти. Где дед? Найди мне любого деда. Ой. Поехали искать деда. О, повезло. Где деды? Их трое, но мы их ищем. Что за дичь? Где все эти три деда? Когда они так нужны? Деды, вы где? Деды. Где они? Я не знаю, они, по-моему, от нас прячутся. Короче, нет, нас убегают. Такая, ова, все тут. Опа, дед,
Дед, привет. Дедушка. Дед, может, он их всех сожрал? Остальных дедов. Дед, ты куда? Куда ты отвернулся? Куда ты валишь, дед? Это мы должны тебя валить. Куда ты завернул на подворотню? Ты мне хочешь гоп сопнуть? Дед, ну куда? Какой тупой дед, я не могу. Дед. О, молодец, дед. Давай, 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 давай. Давай. Да ё-моё, я не могу убежать от него. У меня его ускорение не работает. Веди его к дереву этого деда. Да я блядь ты, блин. Господи, там, как лагает. Там рядом. Я кого вижу? Я вижу деда, он на меня пошел. Деда сюда веди. Я его. А не, он налево пошел. Это мой шанс прибежать. Че, веди его к дереву, чтобы я его хотя бы увидел. Ой, тебя увидел. Ты что, меня видел? Ну, дедов, короче, очень много. Это понятно. Да, главное не останавливаться. Я ни хрена свет вижу. Факел. Не-е. Что? Что, где, откуда? Так где дед? Вон дед, на меня пошел. На меня же ты пойдешь. Дедушка! Не, дедушка нет. Я вот лава опять пошел. Иди к нему, иди к деду. Я за тебя, если что. Мне нужен дед. Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Где? Иди его сюда. Телекстина! И где он? Ты че чешется вообще? Мне нужен дед. Господи, где ты говно? Где он орел? Я тоже умею так. Больно в ноге. В руке, наверное. Он же на руках. По-моему. Поткнулся рука в руку. А чем ему так много рук? Мне вот больше интересно. По-моему, это как его там, Слендермен какой-то завелся. Да, китайский Слендермен, фальшив, короче. Вот ты где, дедушка. Все, теперь мне надо его к дереву вести. Давай, 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 давай. Давай, беги, беги. Ого. Тут дед, они нас окружают. Поговорить. Пистоль, по-моему. Че, я ничего не могу сделать. Да, 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 да. Да, 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 да. Я понял, короче, из них, когда ты снимаешь маску, ты в инвентаре, у тебя хрень какая-то появляется. Все, я понял, только как мне инвентарь закрыть? Закройся, пожалуйста. На G нажми, еще раз. Оно не хочет закрываться. Ну ладно, пускай будет открыто. Мне главное свиток этот принести. Короче, с дедов надо маску скрывать и нести ее к статуям. И все, я правильно понял. Вот оно. Где деды? Всё. Деды, вы где? Эйк воздать. Деды. И нести, короче, потом к дереву. Эту фигню. Статуем, точнее. Так, вон ты, я тебя вижу. Ага, я его на себя главный зал. О, дед. Нам никто с тобой не помешает. А, надо, значит, активироваться и откроется, значит, дверь. Все, вали, вали, вали отсюда, тебе тут не место. Нет, то что ты ходишь? Так, господи, как что ты ходишь? Ты главное его маску, да, господи, да от меня ты отвали, а? Дед, на меня иди. А, ногу. Я взял. У меня ногу. Я взял. Нет, нет, он гонится, нет. What life? О, есть. Давай маску, дед. Нет, да как ты меня успел сожрать? Ну, короче, я уже два статуя активировал. Осталось еще две. Надо еще два раза сорвать с него маску. Но я сказал бы, мы его ищем, а не он нас. Дед, у меня, по-моему, на Х открывается инвентарь. Вообще-то на H. У меня нахуй нет. Деда! Дядя Деда, ты дулак? Нет, дядя Петя, ты дулак?
Ой, я тебя вижу. Гет, ой, дед, иди сюда. Дядя Гена, вы дулак? Нет, иди ко мне. Вот это вот. Давай дневник. Сегодня я повидал очень хорошие новости. Блин, новости. Он меня окружил. Умный дед, это умный дед. Он меня обманул, вокруг пальца обвел. Ух ты, дед, ух ты, ля ты крыса, конечно. О, господи, что с текстурами? Не знаю. Мне нужен дед для победы. Дед для победы. Надо найти всех дедов для победы. А может, когда мы их с них нет? Это дичь. Ну, смотри, еще осталось две статуи активировать. Для этого сюда надо деда перевести. Чтобы мы с него маску сдержали. Слева. Короче, в виде деда я тоже пойду и делаю это. Лево! Вон он! Эй! Дедушка, фигедушка, идите сюда! Бабка Грейди здесь! О, бабка! Какая еще бабка? У ябка. На ёбку. Куда ты повел меня? Куда, блин? Так. Вон он! Так. Дедушка, не злитесь. Дедушка, я хочу просто с вас... Маску если свалить! Беги. Нет! Но я в стену встаю! Я ненавижу уже это голову! Так я же говорю, в дерево везде, я сам у них с него с маску сдеру. И теперь не знаю, куда он пойдет. Дедушка. 8 гребаных часов спустя. Я уже сам. Где ты, блядь? Ты заебали уже меня. Деды, где там? Слева. Зачем я слава? А вот ты где? Тина, Фигина, идите сюда. Малевановна. Мурировна, куда? О, спасибо. Тихо. Опа. И быстрее назад, ну... Так. Короче, дед в деда вырезался. И они не могли пройти. Вон, дед. Так, прислушаемся, где эти тупые ебаные пенсионеры? Пенсионеры. Пенсия у вас закончилась! О, он меня увидел, походу. Он такой, нет. Пенсия у вас закончилась, вот. Пенсия! Дайте, блядь, подсказку, где мы. Есть и последний. Последний. Где дело, этот? Дед, где? Опа, вижу деда. Он завис. Он у другого деда, по-моему, вырезался. Там дед, деда вырезался. А вот дед. Фигет, иди сюда, багет. Ну багет, ну куда? Вы там багет по талонам, блядь. Кубусу по талонам. Да все, уже не переживай. Я уже. А ну ладно, валим. Значит, валим. Там дед завис, представляешь? Понятно. Он реально, иди ко мне, короче, иди к центру, я тебе покажу, где дед завис. Вон, видишь, дед? Он прошел. А. Там, короче, дед в стенку тулился, я у него маску забрал. Окей. А Боба. Давай, активируй это. Ну. Ну и чё? Ну? Цветок, блядь! Сейчас. Типа мы должны ещё разных дедов, что ли, находить? Вы издеваетесь? Чё, издеваетесь?
кто из них, блядь, плавильный, а кто из них нахуй пошел, да? Голи ты, моя голи. Или мы должны, типа, есть, ну, по-моему, есть черные свитки и белые свитки. Походу, мы должны два черных найти и два белых. Я не видел. Давайте попробуем. Двери не открылись. Это логично. Потому что мне надо еще открыть этот ванну. А, во! Слышь ты, хочу на тебя, хочу на тебя, ты вообще не что, ты понял, ты сандалина ебаная, я тебя сейчас этого деда, Грэнни сдохну, понимаешь, Грэнни сдохну, ну ты понимаешь, ой, у меня надо понять клавиши было. Все, это было правильно. Залипание клавиши, у меня только что было. Меня деды окружают. Все, значит я иду к этой хрени. Ай-яй-яй, не хочу. Побежали. Вот она. Вот красный цвет. Цвет глаз какой-то. Вот, спаси меня, пожалуйста. Мне где-то к тебе прийти надо, что ли? Не, нам надо, по-моему, к двери идти. Бежать. Где? Я. Так там глаз какой-то. Я деда сейчас туда приведу. Дед, пошли. О, их двое теперь. Двое деду на победу. Двери открылись. Я знаю. Деды. Ну куда вы тупорылые? Создание, иди за мной. Создание. Да ты тупой, что ли? Дед, куда ты? Он за угол не понимает, что вот дед. Да ты тупой. Так, молодец, красавчик, все, теперь вот сюда. Да блин, да. Да и за мной, иди толпами! Просто убегай от меня. Во. Спасибо. Да давай сюда. Он проходит мимо. Дед! Короче, я не знаю, пошли вдвоем сюда. Дед тупой, короче. Вот мне тебе надо маску потрясти. Беги, Хьюстон, беги! Беги нахуй, Тайсон! Беги! Да ну, урод, отстань! Все, он пошел. О, где сзади? Он сзади меня убил. Я сейчас у вас всех заберу маски. Бери ее. Это дал дешепсом пошел. Бери свой свиток, что тебе надо, чел? Можешь идти к этой двери, не знаю, что надо. Сейчас. Она просто да. Тут есть. Дед, не иди сюда. Дед. Не иди, блядь. Что за наконец, стал тебе яйцам. Так, куда дальше? Нам на низ. Фонарь как всегда. Так, ладно. Что это такое? Это клетка? Это лестница? Это не лестница. А, стоп. Опа. Это дверь. Китайская. Значит, вот. Китайская дверь. Кто был? Кто это был? Я не видел. А уйди. Это чё? Бабой? Бабой. Кетчуп. Видимо, тут бабой будет. Бабочка. Так, я боюсь, что кто-то сейчас сзади пойдет. О! Черепушки Санса. Куда ты так быстро слетел? Не понял, а где бабочка? Открывай дверь. Я уже открыл.
Нет, погоди, мне надо... Что это Леди Гага? Не, по-моему, это не Леди Гага, это, по-моему, Баба Бой. Бабадук. О! Привет! А куда я ничего не видел, но мне Калидол смутил. А мне бабочку вы показали, или кого я сам не знаю. Бабочка у тебя или что? Пойдем, моя бабочка исчезла, надо новую бабочку искать. Да как? Блядь. Ладно, ладно. Ма. Это меч. Окей, чё что это? Бэхью голову, что там, сейчас понять. Оп. Ты где? А ты где? Может, там... Так, 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 хорошо. Пошли. Вот, все взяли. Сейчас твой фильм. Так, тут фак, дверь тупые. Так, 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 так. Так, 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 так. Я прошел это дерьмо. Я прошел это дерьмо. Е-е-е-е, наконец-то. Я прошел так ладно. Так у меня осталась бабочка. У меня тоже. И что? Куда дальше? Сюда? Шум. Там цепи какие. Туда, шум. Скажите, пожалуйста, сюда? Это все. Где как? Это не то. Пошли отсюда. А, ребят, если вы хотите, чтобы мы еще сыграли в Дикий Запад на стриме, то, пожалуйста, можете написать комменты. Я всегда буду с вами пугаться и лякаться, так далее. Лякаться. Кавая. Так, что это? Это типа пойдешь туда? А, двигай, куда ты там это самое? Смотри, тут два пути. Налево пойдешь, хуйню найдешь, направо пойдешь и конфеты, блядь, найдешь. Ну пошли. Пойдем на конфеты. Дед. Так, и куда мы пришли? Ага, дом. Баба ведьма, это вы? Ага, тут у нас, значит. Ага. Угу. Китайские картины. Кто-то обзор. И ключ. Ты меня. Ты не. Ты на меня не оли, я найду себе ключи. Смотри, что тут делаю, на я нажимаю. Что, подвал? Откроем дверь. Я ничего не понял, но... О, меч! Что, меч? А, катана. Бери катану. Не, возьми свеч. Этот самый фонарь. Я буду с катаной ходить. Это главное, ну короче, сейчас так. Да ну ты говно это возьми, не. Так, еще какая-то усадьба вон там. И вперед, то я ничего не вижу. Там мост. Мост. И когда. И куда он ведет? Ага. Филип! Алла-ла-ла-ла-ла-ла. Нихрена не понимаю, что тут. Вижу свет. Фонарь, точнее. Прикидай этот свет. Поспевай. Фонарь. Где? Услышь, вот оно. О-о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 
Это из Карима меня тут предупредили или шо? Что это? Что это? Что за два голоса, блин? Ты что, мне всегда все потеряно, охуенно. Ладно. Можем назад. Блять, та... Что за лаги? Па-па-па-па-па-па-па-па-па. А, вот что это за путь? Понял. Нам надо, ну короче,
прятаться и бежать к нашу. Я понятия не имею, что нам делать надо. А делать, значит, да? О, я слышу и... Да. Так где она? Где оно? Ух, я так как Майла-ла. Мандин-дон. Я нашел дом. Я тоже. Не страшно, ты будет буду. Это где оно? Оно где? Не слышу. Где ты ходишь? Где? Куда? Я не понимаю, где оно ходит. Я не понимаю! Я ничего не понимаю. Что за вообще? Ты что, невидимка, покажись! Я помню, круг наверху. О, дыра какая-то, а нет. А вон она! Хо-хо, здорово! А ты мне. А, ты у меня на плевьюшку пойдешь. На плевьюшку. Можно плевьюшку? Застряла, бедная. Головоты, давай, я пока что ее там отвлекаю, она там зависла. Найди что-нибудь там. Давай, танцуем. Баба-бой, баба-бой, баба-баба-бой. Давай, польку. Нет, ты польку! Она догадалась. Ой, привет. Она уходит от меня. Ей страшно. Да блин. Что с землей? Вот так. Кена. Я ее забаговал, блин. Ваня, я назад иду. Так. Что ж такое? Смотри, на землю. На землю. Вперед. Все. Тут еще какой-то. Кто это? Что это такое? Алло, я помру, наверное, сейчас. За мной какой-то баба-бой бежит. Ну, отстань. О, уходит. Ты кто такой? Их двое. Алло, их двое. Что мне делать? Они отстали от меня. Тут, короче, да, два этих. Тут какой-то красноглазый. И ага, это охотник, а это его батя. Да, батя. Сынок, давай, доходи этого ублюдка. Не, спасибо. А где? Они куда-то ушли. Я не знаю. Они возле дома живут. О, привет. Короче, тут было два баба-бой. Ты думал, это кто-то идет? Два гиганта. Нет, один, короче, лежит, ходит. А второй ходит. Ходит. Так, где? Можно? Вот, видишь, вот эта штука. Ой, какая хуйня. Ты же туда не зайдешь! Ты же туда не зайдешь! Я ж пошутил! Нет, иди нахер, иди нахер, охотник! Еще и мне эта баба словила. Да отстанет меня ты. Блин, так со хуйни. Вот я должен им туда меч положить. А может, молнии надо просто кого-то убить? Смысл? Надо второй меч туда положить, я не знаю. Катану. А, я понял, надо второй меч. Охуели, что ли, мне туда придется идти потом в обход и... Ёптить-моптить. Я лучше их на себя отвлеку. А, ребят, если кто хочет, чтобы я снял... Еще какую-то индиховую игру, например, Outlast. Вот, то есть там прикольно. О, слышу. Вон она. Эй, иди сюда, это мама, я тут спокойно иду, мимика вызываю, а ты меня что подаришь на сегодня? Я не знаю, может, ты вообще с ума сошла? Ну, подожди, сынок, все. Опять зависла. А не, пошла опять туда. И там дом тут. С катаной. Нужен дом. Бля,
Ой, иди сюда, блядь. Ой, что это за мост? Не знаю. По-моему, мост такой. Ой-ой-ой, их тут двое. По-моему, за тобой пошло. Да никто. За мной только высокая женщина пошла. Я просто вижу из-за тумана, что тут... Хорошо, что тут тень не могу увидеть какую-то. Только кто выходит оттуда, тот и выходит оттуда. Наконец-то. Иди оттуда. Куда-то мне надо идти. Патрус. Так я ее слышу. А, ну вон там впереди где-то. Я буду оглядываться, но я оглянусь, потому что... Не вообще понятно. Баба-бой! Ты куда? Сзади! Это сзади было. Ау-у-у, ля-ля-ля, видели, видели? Вон там пошло. Слава, слева точнее, слышу. Не пришло. Оно ком. Я почти все сделал. О-о-о-ля-ля-ля-ля-ля. О, вот это. Ну что? Это Телан X. Телан, отстань от меня. Нет. Я лучше тебя схвачу и убью. Не-не-не. О, все, пошла обратно. Молодец. Куда же он подевался? Дай вспомнился. Ага, все. Ушло. Отошло, мразь. Так. Мразь, иди сюда. Мразь. О-о-о, идет, идет. Ты, тебе, ты. Иди сюда, ты. Она с плавом пошла. Я плавом не хочу. Я хочу ее тут ждать. Кулык! Кулык! Она меня пытается убить. Ладно. Всемогущий кулык. Кулык! Мне надо к большому дому. Да ладно, чтобы она назад не подошла. Нет, ничего, никого не было. Ладно, мне надо прямо-прямо идти. Прямо-прямо-прямо идти. Майнкрафт заплетели и гладь! Нет, нашел. Не услышал. Он нашел. Мимик сдох! Без понятия. Ладно. Виндяя не будет! Без понятия. Так. Дилибеди к доставке не будет! Нет. Не слышишь? Она не слышит это. Зачем его пошатил нахер? Шлюха! Не услышал. Как там? Опа. Мимик сдох, а ты шлюха, он сказал на тебя. Ой! Не на тебя! На меня ты сказал! На меня, не на тебя, извини, Рейк. Ну, Рейк, извини. Ну, извини, ну... Кто это? Что это такое? Что это? Какой-то китайский дом непонятный. Почему я себе дала залочь? О, господи. Ко мне ползут мои крафтеры. Так. Я не знаю, да. Может, не Майнкрафтер. Может, Брау Старс какой-нибудь. Я хз просто. Я не Алиси. Этот фонарик, в принципе, не помогает. Где я вообще? Кто я? Что я тут делаю? Можешь, конечно, взломать всю эту систему, но я не хочу.
Я не понимаю, что сделать надо. Без понятия. Не, я хочу. Угу. А если сюда и пойду? Значит, я на другом пути пойду. Я там оголую этот вот дом с мечом. Ты же там нету, нет? Спасибо. Так. Ну меч. Они меня окружают. Офигенно. Я могу с этим мечом делать. Там, кстати, есть какой-то второй дом. Там, по-моему, какая-то бабочка. Бабочка? Ну там, короче, синий просто цвет какой-то. А. А где я тебя, блядь, найду, значит? Бабочку тупую. А по-моему я пришел обратно. А не. Или да, я не помню. Да отстань от меня уже, а женщина. Будем тихонько. Тоже жопа. Жопа приключений! Хи-хи. У-у-у, я что-то слышал, я что-то слышал. Ну это тот Рейк на меня хотел напасть. Все, отстало. Я понятия не имею, что делать надо. Я ненавижу. Опять. Куда? Слева. А, вон она. А еще там мой был идет за мной. Так куда мне идти? Я ни хрена не вижу. Отстаньте, отстаньте, мадемуазель. Может тут что-то есть? Нет. Ну типа одна цепь убралась, очень рад. Ещё, селка, позволяешь мне кота на эту штуку убить или что? Ух ты, моя голова. Так, так, ладно. Так. Значит так. Если ты хочешь, чтобы я взял катану и ладу. Не, она, по-моему, не хочет катану взять. Если она по... Это ключ! Слушай, я не нашел ключ. Так. Сейчас, второй раз, не имею, что делать надо. А ключ-то где? Что за сюжет-то, а? Так, ладно. Так, так, так. Значит так. Я подхожу к этому дому. Если... Если не кое-что. А, окей. Э.
Когда будет лимит, я ее нахуй пошлю. Да откуда? За байк. Давай как Майкл Джексон. Ту-ту. Он идет прямо ко мне. Фоксильон, ты тут. Нет, ошибся, извиняюсь. Иди не в другую сторону, там булгеры продают. Булгеры? Булгеры я люблю. Булгеры, да, это мое. Это мое первое название, это булгеры. Это булгерская хуйня, да. Я иду туда. Мои булгеры. Она шлюха, я не понимаю, что она будет говорить. Мои булгеры! Все, спокойно. Если этот крокодил не будет на меня, то окей. Я понятия не имею, что делать надо. Вот я тоже. Опять! Крокодил, а мене побили, мене... Блядь. Ты шо-то... Какая-то русалка-крокодил. Гена! Ты шо тебе надо, аллигатор? Дайте мне в дом войти. Опять женщина вонючка откуда? Ага, она значит да. А еще это хрень. Дайте мне выйти положить меч. Можно? А тут положено, окей. А что дальше? Ну понятия не делаю, не имею. Сейчас ко мне придут. Чекай. Одну катану я положил, а вторая. О, здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Рома. Не, я пошутил. Меня зовут Гамбл, шлюха. Значит, я этот меч положен. А что дальше, блядь? Какие-то еще дома, но я не знаю где. Значит, мне придется бежать на рандом. Могу я показать, где еще один домик есть? Он, по-моему, будет закрытый, но я, вряд ли я что там могу увидеть. Иди, короче, к этому большому дому. Господи. Так. Леди Гага за мной бежит. Значит, дом последний, она значит опять Леди Гага. Давай сюда быстрей. Иди сюда быстрей. А вон, 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 я вижу. Я. Вот идем ты, вот ты. Давай быстрей иди. Нам сюда надо. Куда нам надо? Куда нам надо? Блин, вот этот крокодил. Обойди-ка. Обойди. Как ты заколебал? Я не могу обойти! Его нельзя обойти. Это аллигатор, которого нельзя обойти. Офигенно, я сквозь землю поваливаюсь. Бывает. Если мы эту первую главу вкладем, то я могу... Господи. Вот как в Dead Space, я три раза... иду... Точнее... Три раза... нахожу эти сохранёнки и заканчиваю на этом видео. Можешь бежать. Итак... Ко мне спринтуй. А я бегу. Вот сюда нам надо. Я слышу эту большую женщину. Женщина, отстаньте от нас. Или нам не сюда надо, я не помню. По-моему, сюда нам надо. Можем проверить. По-моему, уже стамина... У меня уже стамина нет. Или нам в другую дверь надо было. Короче, сейчас посмотрим.
Ку-ку-ку-ку-ку-ка. А это сука. Нет, мы не туда пошли. Мафена! Она сзади идет или спереди? Не, я не слышу. А я слышу, она где-то спереди, по-моему. Уэй, бум-бум-бум. Так, сейчас мы круг сделаем. Сюда. Теперь сюда. Я уже встану. Еще этот гром, я думаю, что это кто-то идет, а это просто гром. Это оно, это как-то дождь, гром, гроза, все. Там Леди Гага, погоди. Нам надо во вторую дырку идти, значит. Там. Что-то было? Ответил, ага, Олег. Сейчас, ну, убегай, там аллигатор сзади тебя. Я знаю. Ах ты, сука! SCP-337, или как тебя там? Все, пошли обратно. Так. Так. Умная вещь. Вот сюда нам надо. Сюда. Не надо, у меня и так какашка в стамине. Вот. Все. Отстань. Вот оно. Да я видел издалека. Ага. Ага. Ого, сука. Чё нам надо делать с этим? Пустите нас, нужно пожалуйста. На Blue This бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я не понимаю. Мне есть... Стоп. Мне, конечно, есть переводчик, но это слишком долго будет. Переводчик. Да. Голубую лодочку, где я тебя? Найду ту штуку. Давай это попробуем в лес пойти. Если по пляму. А не, по пляму я тут. О, Леди Гага, привет. Откроешь дверь? Ой, Леди Гага. Не, Леди Гага заметил. Ой, что она что и подпустил привела. Аллигатор, Леди Гага, что тут за... Они нас сейчас обойдут, по-моему. Не-не-не. Я убегу, Гумба. Гумба, прощай. Мне кажется, мы дальше не пройдем никогда в жизни. Потому что это надо стримить. Да, это надо стримить. Так что заканчивайте уже. Так что заканчивайте за... Что? Да. Заканчивается видео? Да. Окей. Короче, ребят, мы сегодня, не знаю, проведем стрим по этой игре. А сейчас я просто хочу отдохнуть от этой всего. Короче, всем удачи. С вами был Гамбл Лотус. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставьте свои комментарии. Продолжать мне или нет.